Я шейх, я Саудовской Аравии. Да? Плюс А 35 что у такое нас. язык надвижтиста? Ну, так учил русский язык. Да? Конечно. Давай по сразу скажи там все. А вот сам он это начался. Ага. Что, понял, да? Нет. Ну вот, я тоже не понимаю. Вот скажите, пожалуйста, почему люди, живущие на прожиточный максимум, устанавливают для нас прожиточный минимум? Не знаю. А сэвалэйсэ, ванэсэ вэшэвэсэ. И кита сэвалэйсэ ванэшэ. Уэсэ и ватэй, лэкинэ сэвэ, да, сэсэшэс. Уэнэсэ и китава. Рекламодатель лэйсэ. Откуда вы мой язык знаете? Вы сейчас отвечали на моем языке, откуда его знаете? Тополем один, брат, запускаем! Уалесы. Интезе вон там. Он дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дэ-зэн-дэн-дэ вас. Ву-зу-зу-зу. Лесы кевала. Кевала. Шать твала? Веганами. Он эсэ вава. Да и похуй, что будешь там старым, газбатом. А зигио. И сэнде вал засыл. Ты роял Рашин и сувала? Главное, что... Рашин. Если будешь даже и старым... У Рассел шоу сэва, Рашин и сэва не зэ, и вообще голосал. Ты рэнда еще водас. Главное, ты что будешь помнить? А рэсэн дэй валса. Молодость. Карэншин дэй вова. Ты в ней добьемся. А зимбен ты его еще бандавал за-за-за. Как ты познакомился со своей первой любовью и как ты с ним... Подожди, подожди, стой, подожди. Какая первая любовь? А потом... Вы мне скажите, пожалуйста, вот каким вопросом можно озадачить идиота? Что? Скажи мне, пожалуйста, каким вопросом можно озадачить идиота? Блять, любым. Ясно. Скажи, как ты вообще оцениваешь перспективы тюленеводства? Тюлени, тюлени такие бегают, тюлени в ладоши хлопают. Не, если мне что-то было. Ну, тюленеводство. Пьем такое, блядь. А, пьем. Понятно, что и сейчас вон, сижу в офисе, потом, блядь, в чат-рулете с шейхом общаюсь, понял? Что значит полного успеха? Скажи, почему мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь, но дикий ржач сдержать не можем? С чего ты взял, что ты можешь подавить боль, любовь, слезы и все остальное? Потому что я шейх. Это не объяснение. С той стороны, это не оправдание. Я не оправдываюсь, я просто констатирую факт. Это не так? Что не так? Ну, этот факт не верен. Чем ты можешь аргументировать, что он не верен? Ты в какой-то ситуации не сможешь подавить эти чувства? Почему? Потому что я не вейпер? Нет, просто ты не сможешь все. Потому что ты человек. И шейх. Ну да это похуй вообще. Этот, сзади, он виднеется. Это вообще-то мои хоромы в Саудовской Аравии. Это да. А да. Ты кто, Аль-Баба? Нет, я шейх. Шейх? Да. И что же у тебя есть, шейх? Ты мне лучше знаешь, что скажи. Что бы было, если бы кошки начали войну против человечества? Выгнали бы все кошки. А почему? Люди бы их убили? Нет. Не знаю. Кормить бы просто перестали и все. Но они бы начали войну, убивали людей и начинали их жрать, их не уплоть, кровь и все остальное. Как бы они умерли, то как бы они их кормить перестали? Ну, это очень такая очень интересная тема, и мне нужно подготовиться. Ну, чтобы хорошо. Как бы... Готовься. Давай еще один вопрос. Давай. Интересный, давай. Если сварить суп из русалки, то он будет рыбный или мясной?
Рыбно-мясной. А, угадал. Ладно, вот. Давай тебе еще третий вопросик такой уж. Давай. Нормальный, взрослый. На сколько? На 200 тысяч или на миллион это? На целые трущобы. Тоже неплохо. Почему ВКонтакте нет группы для тех, кто ВКонтакте не зарегистрирован? Не знаю, у меня есть такая группа. Я не зарегистрирован, я зарегистрирован там. Скажи, пожалуйста, почему шестое чувство реализовано посредством пятой точки? Чего, блядь? Почему шестое чувство реализовано посредством пятой точки? Да я бесчувственная вообще. Скажи мне, пожалуйста, почему шестое чувство реализовано посредством пятой точки? Ясно. А почему ВКонтакте нет группы для тех, кто ВКонтакте не зарегистрирован? Потому что они не зарегистрированы. Отлично. Отлично, идем. А что бы ты сейчас сделал, если бы не отвечал тут на мои вопросы? Сидел бы. Круто. Круто! Кто такой вообще? Шейх. Ты кто такой? Шейх. Почему мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь, но дикие ржа не можем? Не знаю, наверное, какой-то такой всплеск такой эмоций, веселый, не знаю, по настроению. Ну, не знаю, в общем. Романтика, одним словом, да? Одним словом, да? Ну, может быть и так. Ну, вот смотри, сейчас тема такая у нас вот в Саудовской Аравии. Сейчас на новую иглу хотим переходить. И вот как ты вообще оценишь перспективы тюленеводства? Если вот мы сейчас, шейхи, начнем тюлени разводить... Где шейхи летят? В Саудовской Аравии. А как им там будет хреново жить в тюлени? Почему? И климат. Не, ну климат понятно, но мы же там специальные бассейны построим, там водичку подсолим им. Ну как надо, все по нормам экологическим. Тем более у нас сейчас денег нормально уже за столько лет. Сирии вот почти перекачали всю нефть уже. Я думаю, профита вы будете долго это достаточно. Да. Ваш бизнес-план импорт херовый. Ясно. Я вот еще, знаешь, что хотел уточнить у вас. Вот в России, ну, я как бы там читал справочки, вот наводил. Скажи, вот почему у вас люди, живущие на... Прожиточный максимум устанавливают для вас прожиточный минимум. Ты под этим, под феном, да? Да ты чего? Че, правда, да? Да. Блин. Как ты оценишь перспективы тюленеводства? Че такое? Ну, тюлени разводить, тюлени. Да мне пофиг, пусть. Ну ты бы вот занялась этим, если бы у тебя возможность такая была. Ну точно нет, ну потому что зачем их убивать, вот это нет. Я, вот смотри, я без мяса могу как-то, я могу там все. Ну я боюсь, что там их убивать, животных, я как-то плохо отношусь, чтобы их убивали. Понял, а вот как ты относишься вот к тому, что... Люди, живущие на прожиточный максимум, устанавливают для нас прожиточный минимум. Плохо. Не хватает. Не хватает, да? Мало. Я нечестно, если бы мало. Вот скажи мне, пожалуйста, почему шестое чувство реализовано посредством пятой точки? Да я хуй его знает, я не математик. Понял. А почему все шампуни и гели для душа разных цветов, а пена у всех белая? Ну, наверное, мать, собачки разные. Скажи, пожалуйста, скажи, почему все шампуни и гели для душа разных цветов, а пена у всех белая? Всех...
Не знаю. Я тоже. Может, я потому тоже. Что это связано все с мылом? С чем связано? С чем связано? С мылом. Жидким. Может быть. Ну и с этим. Вы с его ты его тос. Это у Раши на не сывала, и ты его? Ай, Раша. И сывала, или у вас сава на мэна кэсава шава? Сама на мэна кэдэшуус. И не сывала. Кирану не сиди дава обама. Он гибавутай? Кэни не ва сава улей тиси. Арекитова. А сывара Раша не сэгидавала рэма. Да, Рашин. Извинда. А вы рейны Симона Макума? Я не понимаю. А вы си китава, а вы си вама дайма вама. Аллах Акбар. А дэдзи зива нова сын его шаид сувады вадавава. Кинта. Кинирва си ти китавала. А не извинда. Извидва вады иси. Ой, дива, валики. Изинда бома. А ныне не возиди дива. Ты вот это и си, да окей, мана мана мой сын, не наворашен, я вас сикива. Вот так с его дом. Ты рекита у вас. Сука ебла. Почему, когда думают, когда русский прикидывается арабом, то сразу все обзываются и всякую херню говорят, это хорошо. Блять, русский. Блять, он шарит нахуй, что я ему говорю. Пиздец. Валесива. Валесива рашены вора кесывава, а дейцы. Амасынги не мешнедова. Вареки сува, тыки надо взывало, варени сиванава. Сивада кер, варашины во сивада. Варениски. Варенива? Варьохмиски. Вон и цинги дава. Инде сувада. И сивадеси. Откуда ты мой язык знаешь? Ебать, это ты мой знаешь. Такия. Ела, амавэте. Регису Рашины Сива Ламандува. И да. И сын Дия. Я бодибилдерова сын Рашины Сын. Вы сики до Варайны Сия. А вар... И ты, Ивана, сын Усантовского Райтис. Каварадис? Вы си. Е, Усантбова. Бицуха зацени. Варики син, да вариси. А вот ты син, два васи, а вот ты си, ва ва на ва. Вы син, вот вас, ва. Ну, говорю, типа, руки сильно. А, ты по-русски говоришь? У севелесы? У нас кинул на вшивасу. Салам алейкум, салам алейсива. Ущива сейва у вас и нова рашина и сава нама? Сейва у вас и нова рашина. Ниси кинова. Уэри сейва. Салам алейкум. Алейкум асалам и сава, а не ни. Салам алейкум, бе. Сейва. Уэ сейва. Мэ фарсим. Уэри не синова. Асава лэ. И не зигава не сида. Во авессене хин. И не у сын дива насова. Ну я тоже что-то смотрю, ты не на моем языке разговариваешь. Нихуя ты подъебал, слышишь? О, дива. Russian is Ивава. Или Сива. Ижинда, ва. Ивава. Мэнди гишевата сыры. Такова. Кисал сиряны, нефтеура кистым бова и стива фасишт. Ин? А шо вама? Я тебя не понимаю, братан. Улейси кидвада сваном анайревате. Я твой язык не понимать. А истидва ниси, но оттава варашина сила бова? Раша, Раша. Киндар, киндар. Сакмайдики сын варас.
English, no, no, English. Ясен, Никитова. И олени, вазин, там, баобак, интир. А сын его песню по-русски для тебя спою, можно? Да, можно. Это не знаем такой. Ну, я понимаю, что вы не знаете, но надо как-то к цивилизованному обществу. Расти! Если шейх зашел в чат-рулетку и знает русский язык, это не значит, что кто живет не в России, тот не может знать русский язык и не может зайти в чат-рулетку. А это обязательно так одеваться, не так белый платок какой-то? Ну, у нас такая традиция, мы в платье ходим и вот так одеваемся, а баба в паранже ходит. Ну, вот так вот заведено, но зато у нас нахуй нефти ебнешься сколько. Пить можно, да. Все в нормальной одежде ходить. Чё сделают? В тюрьму посадят, нахуй. В яму закроют и воду раз в неделю будешь, чтоб не сдох. И будешь плетями по спине хуй. Будешь крутить там такое деревянное, как якорь у корабля. А ты в России ни разу не был? Был. Ну там же лучше. Да, ну. Почему? Вы айфоны в кредит берете. Чем же лучше? У нас не айфоны. Пол страны, блять, айфоны в кредит берет. А ой, сингидова Россия, ты колас, это у там нас сидис? Yes. Оле, синдикина, валаса, бо-бо-ба. Мы не понимаем твой узбекский язык. Васил Солдовскаварамницы кидоварайнеси. Раша, Раша. Раша на Васингинди, я о Васандададандан, Зендандададандан, Зендандададандан, Васи? Yes, yes. One, ты. Кан ты считывала, ты сын Тауэри, ты и ласа ваба? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
Is there sex anywhere? Yes, yes. No. Красавчик. А вы правда это по-русски хорошо разговариваете, да? Хуя ты. А чё, Оксимирона не слушаешь? Нет, я Саудовская Аравия. Чё, да ты в танке, я смотрю. Да нет, я в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии? Да. Где у тебя эти джигиты твои? Я не люблю с ними общаться, они очень строгие ребята, которые любят деньги и качают нефть. Когда они качают нефть, баррель становится дешевле. Черт, когда я качаю трек, просто они качают нефть. Черт. О май гад, был. Ты прям рэпер. Да я прям просто диджей. Диджей, да? Да. Вот скажи. А ты откуда вас? Из Подольска же. Саудовская Аравия. Черт, не можешь быть Саудовской Аравии. Чего? Я не могу, блин. Это вообще не записывать надо на видео. Она укладывает на YouTube. У меня в машине, вот такая штука стоит. Вот такая вот. Да, ништяк. А скажи, если сварить суп из русалки, то он будет рыбный или мясной? Черт, он будет просто наполовину, на донышке. На донышке, да. Отлично. Черт. А почему шестое чувство реализовано посредством пятой точки? Хрен его знает, просто я не знаю, почему пятая точка как-то связана с шестым чувством. Наверное, есть какая-то связь тут. Да, наверное, есть, по-любому. Наверное, я тоже так думал. А теперь самое крутое. А что бы ты сейчас сделал, если бы не отвечал тут на мои вопросы? Да я просто бы качал, просто вот так, как я сейчас качаю, понимаешь? Как мы качаем нефть. Вот мне нравится, я шейх, да, качаю головой, а нефть качается и качается.
Блин, а я качаю музыку в Калининграде. Прикол, да? Ништяк. Да, и народ тоже качает. Они любят качать. Да, когда качать.